Архангельская школа номер 4 теперь носит имя Николая Рубцова. Поэт родился в Емецке в 1936 и прожил всего 35 лет. Но его стихотворное наследие литературоведы ставят в один ряд с творчеством Пушкина и Есенина. Наталья Пулина побывала на церемонии присуждения имени. И шепот ив в омутной воды. Люблю навек до вечного покоя. Теперь в 4-й архангельской школе стихи Николая Рубцова будут звучать чаще обычного. Старейшему образовательному учреждению города присвоено имя северного поэта. Одним из авторов этой идеи стало объединение «Родимая землица». У нас всего три имени – Пушкин, Есенин и Рубцов, которых народ прижал к своей груди, не отпускает, согревает. Мы согласовали это все с департаментом образования и реализовали эту инициативу. К ней присоединились Российское географическое общество, Литературное сообщество Архангельска, а также Траловый флот, где в 50-х годах поэт трудился кочегаром на судне Треста «Сев рыба». Эта инициатива была поддержана и постановлением главы города Архангельска от 11 апреля, которое мы сегодня торжественно вручим директору школы, было школе присвоено звание имени Николая Михайловича Рубцова. С одной стороны, это и развитие направления самой школы, и, конечно же, это расширяет возможности общения не только учащихся нашей школы по изучению творчества Николая Михайловича Рубцова, но и учащихся всех архангельских школ. С присвоением имени начнется формирование рубцовского сообщества в областной столице. К слову, 4-я архангельская школа не единственная. Гордо несут имя родного поэта школа в Емецке, где родился Николай Рубцов, и в селе Никольское Вологодской области. Наталья Пульна, Денис Линчевский, регион 29.